Выставка военной техники развернулась на площади столетия со дня рождения Ленина 5 мая. В течение 5 часов все желающие могли познакомиться с образцами стрелкового вооружения, авто- и судомоделями, сфотографироваться с военным транспортом, посмотреть находки поискового отряда и даже отведать блюда полевой кухни. Особый интерес прохожих вызвали настоящие танки. Можно было не только изучить технические характеристики боевых машин, но и почувствовать себя настоящим десантником, забравшись на военную технику. Выставка проходила в рамках традиционной социально-патриотической акции «День призывника». Здесь же работал консультативный пункт, где разместилась общественная приемная областного военкомата. Читайте в еженедельнике «Комсомольская правда». Почему мужчины не понимают женщин? Анастасия Волочкова. После ограбления никогда не прощу бывшего мужа. Как уберечься от дачных травм? «Комсомольская правда». Узнайте больше.